Кайф. Где я, кстати? Я помню, эту игру надо делать погромче, да? Будет 70. А вы сильно ранены? Или у вас нет хорошего снаряжения? О! Храм ветра. О! Кроволуние. Блин, надо готовить. У меня статуя что-то просила сделать, да? Громковато. Не рванулся ракет. Наконец-то. Кайф. Чистый. Не запятнанный всякими сломанными играми. Че это там такое? Похоже на строение гоблинов. Ну что ж, для них у меня есть чем помахать. Только есть сомнение, что это они. Но с другой стороны, какая к черту разница? Лягушки. Вилы? Окей. Почему бы и нет? Ладно. А вход где? Ай, блин. Больно. Луна. Кровавая луна. Все, прилунились. Аэроловик. Как бы мне внутрь залезть? Блин, тут походу по периметру. Надо как-то сверху. А как? Уже хрен запрыгнешь. Хотя... Хотя есть же деревья. Грибочек. Как можно пройти мимо грибочка? Грибачек. Так. Получится на березку запрыгнуть, интересно. Опа. А, кайф. Так, осталось только внутрь залезть. О, там вход есть. Нормально. Так. И где мы? Что происходит? Почему здесь никого нет и бочки с бананами? Ой. Во. Кто это тут? А. Линк. Здесь Линк. Внимание, враг, нападай. Хо-хо. Ну это несложно. Ой. Если бы я еще помнил, как в этой игре таргетить. Гнида. Со своими телепортами. Попался. Блюдок. Бей его, мужики. Че себе возомнил? Ай, блин. Я понял. Отступаем. Есть какая-нибудь хавка. О. Нет, это мало. Бля, я со свечением сожрал. Ладно. Пофиг. Тут есть где готовить. Слушай, ты затрахал. А вот этот. Хватит избивать камень. Блин, отойди, ты мешаешь. Все.
И клинок этого забираю. А, места нет. Ну ладно, не забираю тогда. Алло. Открываем. Отпустите меня. О, здрасте. А ты каким хреном здесь делаешься? Что? Книжка. Читать дневник Иго. Ну-ка, ну-ка. Директива из логова. Осторожно, секретные сведения. Научно-исследовательский отдел создал средство для передвижения в кавернах. Шипатор и Смертодрифт 3. В случае поломки необходимо немедленно связаться с научно-исследовательским отделом. Полевым разведчикам следует обучиться технике геомагии. Можно обучиться только на тренировочной базе в логове. Это подсказки, что ли, такие? Типа мне... А. Интересно. Здрасте. Прости меня, я сейчас же вернусь к работе. Ой. Да я не этот, не я, я не из этих. Что, ты прогнал бандитов клана Иго? Что ж, получается, я могу вернуться домой. Ура. Портной из меня не очень, но в клане Иго меня заставляли шить эти сраные костюмы, и выбора у меня не было. А чё именно меня-то? Загадка. Они увидели мой новый наряд из Сагона и, наверное, подумали, что я разбираюсь в моде. Я не хочу, чтобы все, что я сшил, попало в руки бандитов клана. Но таскать все с собой я тоже не хочу. О, я знаю, что делать, старина. Если хочешь, можешь забирать костюмы себе. О, класс. Мне показалось, что костюмы им были очень важны, но я-то в моде. Тот еще профессионал. Хотя и не факт. Да и оделся я так, чтобы показать, как сильно мне нравится одна девушка. Ее зовут Ноба. Милая такая. Вот она-то в моде. Молодец. Сейчас она, должно быть, отправилась в одну из конюшен. Мы с ней будто созданы друг для друга, поэтому не сомневаюсь, нам с ней суждено встретиться вновь. Я не хочу... Это самое. Я заморожен. Спасибо за 4000 на дань. Но, молодец. Еще увидимся, приятель. Желаю тебе найти свою любовь. Ладно. Не хочу я выполнять их дурацкий квест. Судя по этой карте, у них всего 4 базы. Какие идиоты, а еще оставили карту. Ладно, неважно. Погнали. Подожди, стоять, подожди. Мы сейчас, получается, в центре. А все из остального сета комплект, он везде разбросан по карте, вот по этой, да? Не хочу я за ним бегать. Наша любовь уже найдена. Вот она в небе. Ну, кстати, да. Зельда-то ничего. Интересно, мои доспехи во время грозы, они электролизуются, что ли? Было бы, конечно, неприятно. Так, и вообще, я собирался улучшить свои доспехи до максимума. Мне нужны феи. Где эти твари обитают? Точно не здесь? Нет. О, родник большой феи. Погнали туда. О, да. Именно. Кстати, у меня есть офигенная игра для прохождения. Бля, начинается. Я только что просрал 200 рублей, а ты этого даже и не заметил, потому что не пришел на начало стрима. Этот потрясающий, сука, хоррор. Блять, охуенный просто. 10, сука, хорроров из 10. Именно, сука, хорроров, а не просто хорроров. Это важно. Ну, сейчас Павлик заспавнит какой-нибудь кекровижен и понесется все заново. Что это? Скрытноцвет. Скрытоцвет. Я думал, это артефакты внутриигровые. Это... Ну да, это так и есть. Это внутриигровые артефакты, блядь, да. Нет, так быть не должно. Это проблема Криворучка. Есть такой разработчик, Александр Криворучка. И вот этот мудила, блядь, он залезает в каждую, ну почти в каждую игру, инди-игру, причем дешевую инди-игру за 200 рублей, да, и срет там. Вот если он насрет,
то что-то начинает ломаться. В данном случае сломалось отражение и тени. И, в общем, получилась жопа. Постэффект игры. Да-да, блять, конечно. Так, мне нужна фея. Я же забыл, блядь, где она. Это сзади. Взять ли лошадь? Да не, так доберусь. Блять, я забыл приготовить пожрать. Но... А здесь есть костер? Мне бы это, мне бы казан какой-нибудь с костром. Видос посмотрим. Видос, да, посмотрим. Не проблем. Я как раз запасся мороженым на этот случай. Поэтому да, почему бы и нет. Сейчас я только сбегаю по-быстрому до этой. Блин, дождик ебучий идет. Шваль. Что делать? Доски даже нет, прикрыть это все говно. О, коробка есть. И вилы есть. Блять, а я на вилы не посажу, наверное, коробку-то. Сука. Ладно, дождик закончится, придем пожрать, приготовим. А, во, доска есть. Так, стоять, стопэ, охотьте. Мне надо прикрытие сделать. Страшная доска. Так. Хотя тут, блять. Надеюсь, будет держаться. Сука. Ладно. Хорошо. Ладно. Что за игра-то? Так и не сказал. Блядский ящик ты, гнида. Ладно, 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 спокойно, спокойно. У меня есть балки, и все окей. Все окей, все хорошо. Что за игра, что за видос? Давай, это самое, сбрасывай. Можешь видос свой за... Если он не супер длинный, за эти... За банки заказать просто, и все. Он отобразится. Я как раз пока мороженое пожру. Ой. Ой. 15 минут. 15 минут. Там лимит, по-моему, 10. Придется отдельно смотреть. Ладно. Так, я надеюсь, оно будет стоять. Стой! Тварь. О, кстати. Нет, сюда все равно капает. Блин, дерьмо. Через заказ музыки не надо. Через заказ музыки не сработает. О, кстати, охоть. А может вилы присобачить? Не, ну а чё? Страшная, страшная штука. Если бы видео было 10 минут, тогда через заказ видео сработало бы. Через заказ музыки. А оно, как видишь, не 10 минут, поэтому... Увы и ах. Так, я надеюсь, оно будет стоять. Да ёба народ-то, блядь. Да ёб... Так, спокойно. Сейчас все будет стоять. Сука. Хороший стол из Икеи. Лучший. Лучшее изобретение. Что это? Деревенская пастораль? Я по голове получил. Ладно, дождик закончился, поэтому можно спокойно кашеварить. Сейчас он огонь разожжет только. Ну, по крайней мере, я надеюсь. Кто мне там что написал? Ваш запрос был получен. Рассмотрим запрос и постараемся ответить как можно скорее. Хорошо. Почему бы и нет? Так, о. Нет, стрелу-то зря зажег. Так, ждать мы не будем, мы будем готовить еду. Чем будем готовить? Что это? Сырая рулька. Сырая рулька. Самое изысканное блюдо. Рулька, рулька. Я не помню, из кого она падает. Оставим на потом. Когда-нибудь я приготовлю из нее что-нибудь вкусное. Наверное. Восполнять сердца отнятые миазмами не подходит. Позволит вам тише передвигаться? Нет. Гибкие волокна с особыми свойствами. Я точно знаю, что нам нужен птичий орех, потому что их много. Возможно, нам нужна соль, хотя не особо нужна. Рулька обычно со свиней дропается. Но это ИРЛ. ИРЛ это другое, наверное.
Что еще у меня есть? Грибы у меня есть. Съешьте, чтобы восстановить сердца. Небовичок. Хорошо, небовичок подойдет. Что еще есть? Восстанавливает пол сердца. Съедобен. Хайруловик. Надо что-то, что-то, чего много. Чего очень много. Легче переносить жару. О, а может с яблоками запердолить? Яблоки. Да пойдет. Какая-то каша, правда. Бэм. Грибы с мясом. 5 сердец плюс половинка. А если забубенить все это говно с солью? Что значит далеко? Я забыл, как сделать рецепты. А, во, выбрать блюдо. Так, грибы с мясом. Так, берем. И бахаем туда еще соль. Посолим, посолим. Ну-ка. Грибы, мясо, яблоки. Это ирландское рагу. Это хайрульский пиздец. Сочные стейки. В принципе, все то же самое, только с солью. Почему бы и нет? Почему бы и нет? Сочные стейки. 30. Смотри, они одинаковые. Они, сука, одинаковые. Почти. Мясо. Но это мало, мало восстанавливает. По-моему, выгоднее делать что-то вот в таком духе. Или лучше вот в таком духе, да. Что-то такое. Еще приготовлю и погнали. Бум. Ага. Фея! Я приготовил пожрать. Я еще светиться буду целую минуту. Кайф. Блин, какая кайфовая игра. Просто сидишь и чувствуешь, как ты расслабляешься. Прям релаксируешь. Важно только в этот момент и анус себе не расслабить. А то будет грустно. Вай. Да ёп тебя за ногу. Ну скажем... Саблю я не буду использовать, да? Вот это вот возьму. Ты встрял, чел. Так, что тут? Дерево дерется. Грустно, тоскливо, печально. О, ветки, кстати, хорошие. Да хватит толкать бревно. Это тебе не женщина. Она сама пойти не сможет. Наверное. Сейчас бы с деревьями драться. Рядом синий моблин. Что? Где? А, я вспомнил, за кем я охотился. О, опять исчез. Где эта гнида? Опять появился, исчез. Это... Я начинаю идти, он появляется. Что за фигня? Это как работает вообще? Куда я иду? Я иду куда-то не туда. Вообще в обратную сторону. Но, в принципе, намек я понял. Это гнида где-то здесь, и мне надо его трахнуть. Ну, в смысле, убить. Люп. Люп. Интересно, стамины хватит? По идее, здесь можно еще и зарегенить маленько. По идее. Ты посмотри, как сходит сканер. На нет. Не-не-не-не-не-не-нет! Ладно, к черту. Пешком дойду.
рядом выше. Скорее всего, эта гнида где-то наверху сидит. В лагере. Хочет очень быстро сдохнуть. Рядом с ним должен водиться Серебряный. А если рядом с ним Серебряный, то это все печально будет. Да, собака? Привет, собака. Не надо выйти. Так, он должен быть где-то здесь. О, Эму. Убегает. Ну, видимо, не опасно. Здрасте. Было вкусно. И тебе того же. Что ты... Что, тоже высмотрел ресторан, который на горе? Или ты высмотрел меня? Ну, фиг его. Есть у меня уже одна, мадам. Да шучу я, шучу, не тушуйся. Я отлично поела в ресторане, теперь мне лучше. Извини, не хотела вгонять тебя в краску. Ну, раз я хорошенько подкрепилась, то скоро пойду дальше искать себе мужика. Соболезную. Что тут сказать? А чего плохого в мясе с грибами и яблоками? По-моему, звучит норм. F мужику? Почему сразу F? Может, она его любить будет? Правда, она, скорее всего, будет готовить ему камни, как мне, но... Все-таки. Таким образом, она проявляет свою любовь. И заботу. Наверное. Интересно, а можно вверх прыгнуть? О, в смысле? Что такое? Прикол. Зараза. А так? А так можно. Ни хрена себе. Ой, не та кнопка. С ними лучше не пересекаться. Они нас просто трахнут. Так. Где-то мне обещали Моблина. Даже свиньи из клипа глюкозы. Да не. Да не. Не похоже же. Ну, смотри, не похоже совсем. Видишь, они не такие совершенно. Ну да, с голой жопой, ну и что? Подумаешь? Чё такого? Плохо, что ли? Голая жопа, голая жопа. Беззащитные шипы. Ну ты понял. О, привет, Зельда. А я тебя здесь забыл, да? Что ж, это ты вовремя подвернулась мне. А, впрочем, неважно. Я вижу цель. Вроде синий. Подсюда, гнидыч. А, что? Он его убил. Так, чуваки, вы мешаете мне. Не мешайте мне. Так. Эй. Хорошо. Хорошо. Отлично. Вроде синий. Бывай. Страшно. Давай еще раз. Нет? Рановато. Знаете, да, пару пощечин. И станлок еще один. Еще тебе вот по станлочу себя гнидыш. Маленький ублюдок. Вы убили гоблина? Моблина. Не убили. Почему?
Мне что, за вас стрелять? Что взять? А, это? Не, это не надо. О, ладно. Мне нужно твое сердце, ублюдок. А он мне дропнул только рог. Кайф. Рог и... Что это? Звоночник? Класс. А сердце мне кто... Ага. Чертов гриндодрочь. Ненавижу. Да, это именно то, что я собирался сделать. Эх, может, это его сердце? Баку, блин. Нет, это не то. А это чье? Тоже не то. Вот черт. Зато здесь красиво. Наверное. Это что такое? Знак. Ну, ладно. Почему бы и нет? Кстати, почему бы к мечу не приделать другой меч? Звучит как план. Меч к мечу. Красота. Вот и мы будем драться. Он говно, но ладно, сойдет. Так, фея. Это мне куда-то туда. Опа. Где эта дрянь? Не вижу. Не наблюдаю. А, все, наблюдаю. Давай ускорение мне. Мороженку затащить. А, бля, точно, ща. Ща. Здесь вот посидим в менюшечке. Блин, где тут менюшка-то? Ну, я надеюсь, мы напаузила. Что ты там скинул? Что это? Стоны острова Кумбасар? Что это, блядь? Что это за поебень? Ебаный Павлик, а? Ну, сука, как обычно. Как обычно. Да куда ты меня кидаешь, ты? Чёртова ссылка. Ух, удобно. The Sentinel — это сюжетная игра с участием ужасов. Стопэ. Насилия — хорошие игры. А хорошие игры у нас где? Правильно, только на Unity. А вот так выглядит страница с игрой уже в Стиме. Она вышла в 2020 году, и это полный улет. Я поначалу обрадовался, что разработчик турецкий. У меня в голове сразу начал петь и плясать Карим Кумбасар. Вы помните, это наш любимый разработчик, собственно, из Турции. Но на удивление игру сделал не он, а некий Скелетон. Который Скелетон настолько, что у него даже компания называется Studio Skeleton. Охуеть. Ну там справедливости ради что угодно можно написать при заливке игры, поэтому не суть. Вместо этого обратите лучшее внимание на трейлер к игре, первую половину которого можешь смело перематывать, ибо там просто черный экран, субтитры и значки. Но вот примерно с этого момента начинается что-то интересное. Блять, а почему квадратов столько? Подожди. Чё за нахрен? А, тут Full HD и больше не поставить. Кайф. Кайф. Вот это все вы получаете всего-то за 425 рублей, а я получаю бан на ролик за обилие мужских стонов.
Тут вообще у человека свой взгляд на жизнь. Вот, например, нормальные разработчики, когда их игра еще разрабатывается, пишут об этом в специальной плашке «Ранний доступ». Что делает наш скелетон? Пишет об этом в названии игры и выпускает ее в релиз. Мнения, кстати, по этому поводу разделились. Поскольку игра вышла в 2020 году, то у нее всего 3, по-моему, отзыва. Как в анекдоте, знаете, встретились японец, русский и турок. И, что примечательно, палец вверх поставил только последний. Не удивлюсь, если это сделал как раз-таки Карим Кумбасар, поддержавший страну производителя. Смеяться тут, правда, не над чем. Если японскую речь я понять не могу, то вот наш раздосадованный плохой оптимизацией соотечественник все прямо от души расписал, разнеся игру в пух и прах. Но немного остыв, таки накинул 2 балла за шаманов и музыку. С другой стороны, 435 рублей, это уже не такие большие деньги, как раньше, с нынешними ценами на игры. Да и плохой оптимизацией мало кого удивишь. Я решил дать проекту шанс, надеюсь, что и вы тоже. Поехали. Наверное, все-таки зря. Пожалуй. Что-то мне это напоминает. Мои глаза горят от сожаления. Моя досада неописуема. Наверное, стоит извиниться перед всеми обладателями колонок, теперь что-то не то подумают. Нарды имба? Нарды имба, да-да-да, у меня, правда, весь мир вверх ногами, но это просто какая-то небольшая заминка, я вам так скажу. Возможно, разработчик все-таки австралиец. Здрасте. Тут как бы немного сломалась камера и складывается впечатление, будто нас с вами на ручках носит, но это, конечно же, движок Unity виноват, а не криворукий как раз-таки разработчик. Так и есть. Времена вот детально воссозданной Африки по секретным документам, говносурвайвелов возвращаются здесь и сейчас, уважаемые зрители. Добро пожаловать в 2020 год. Вновь как в 2015. Канал у меня уже давным-давно, я предлагаю сохранять самообладание и не агрессировать, как в те далекие года. Предлагаю просто подняться на небеса и лично спросить у всех богов одновременно, что тут происходит и как они это все допустили. В любом случае, поверьте, это единственный способ сбежать с острова Карима Кумбасара, я так его буду называть. Сейчас как в Фортнайте лестницу в небо построим и займем топ-1. Топ-1 среди людей, которым пришло в голову играть вообще в это. Ля, какой отсюда вид, просто красота неописуемая. Ну, есть и хорошие новости, я, по крайней мере, нашел, куда нужно идти. Идти нужно прямиком за уровень и выпадать за него. Потому что там везде невидимые стены разработчик наставил. Но мой дедушка Карим Кумбасар говорил, что я Карим Кумбасар, и баги везде возможны. Ну, сучонок, тут стена тоже. Ладно, ты переиграл меня пока. Как уже и сказал, когда-то на моем канале была рубрика «Выпал за уровень, а так и надо». Там я находил вот подобные выживалки, сделанные энтузиастами. И проваливался прямо в самый ад, в самый низ. Ну, это, по крайней мере, было весело. Туалетная бумага. Поздно, парень, ты уже обосрался. Со временем как-то в эти сурвайвалы, что на... Я думал, это рай, но нет. Что на Unity, что на Unreal Engine, я их забросил, на самом деле зря. Это было просто великолепно, это было смешно, это было классно. Сын собаки на глав героя, вы только слушайтесь в эти вздохи. Зря. Зря ты это сделал. Не путем щемды. Весь мир погрузился во мрак после этого мудового скримера. Аладдин, сука, с турецкого базара, ты чё творишь? Он, видимо, решил добавить в игру нарезку приколов с Ютуба, которые сопровождаются вот такими вот эффектами. Только вместо этого придется идти смотреть топ-5 слуховых аппаратов или лекарств для сердечников. Какой кошмар. Ну, в общем-то, есть и хорошая новость. Скорее всего, это конец, потому что я уже минут 20 здесь бегаю. Я поначалу подумал, что освещение сломалось, но похоже все-таки... Ай! Похоже все-таки тьма настигла эти земли. Здесь, в принципе, можно прыгать вот по этим горкам и забраться наверх, но это сложно, во-первых. Во-вторых, мне кажется, что это все равно никуда не приведет. Да, да, пошел я нахер за уровень. Выпал, а так и надо. Я не знаю, что делать. День 423. Я уже падаю вниз целую вечность.
Остров Карима Кумбасара поглотил меня. Но я не сдамся. Короче, снова нам повезло. Я тут полазил. Помните, вот на этом моменте был скример с телевизором, на который я еще ругался. Я было подумал, что нужно куда-то вот сюда пролезть или там на гору запрыгнуть, но все оказалось сложнее. Я разгадал этот ребус. Смотрите, что надо сделать. Нужно вернуться назад, послушать АСМР дыхание в ушки. И, короче говоря, судя по скриншотам, где-то здесь раньше был проход со стражником, и его, естественно, можно было очень легко перепрыгнуть, тем самым избежать черной бездны. Разработчик, видимо, от этого бомбануло, и он из кирпичей построил вот этот вот домик. Ну, и как из кирпичей, из веточек. И проход закрыл. Ну, и я что-то бегаю, думаю, удобные елочки под наклоном. Попытался на них забраться, и что же обнаружилось? Что тут так просто-то и не забраться. В общем, здесь есть тайный проход. Если моя теория верна, то нам нужно перебраться как раз через этот домик и попасть на сам проклятый остров Кумбасара, где баги текут рекой и шахерезады трясут своими шестью сиськами. И если не это рай, то я не знаю что. Но если потренироваться, то, естественно, можно перепрыгнуть. Как бы от нас попытались скрыть эти восточные сказки, но уж сколько раз я выпадал за уровень, меня таким не пронять. Просто в подтверждении моих слов, что тут когда-то был пароход и здесь есть сохранение, смотрите, выходим из игры. Нажимаем продолжить. Нас выкидывает примерно в это же место, потому что активировался сейв. Я пока не знаю еще, кто кого дергает за ниточки, я Кумбасара или он меня, но это, наверное, самое невероятное прохождение говно-сурвайвала на Unity за всю историю канала. Побег с проклятого острова. Дыхание смерти собаки вам в уши. Ну, по крайней мере, теперь игра соответствует скринам, потому что того самого стражника мы таки нашли. Не без помощи багов, да, пришлось потратить кучу времени, чтобы через эти елочки пролезть. Елочка мне нравится, а что поделать? Кто сказал, что будет легко? Какова жизнь? А это стали самые штуки, которую я видел с лестницы в небо в самом начале. Я думаю, это вообще НЛО какой-то, это корабль. А мы тут павликовские видосики смотрим. Ну формально это да, корабль, причем космический. По сюжету, я так понял, они на этом корабле сюда приплыли, на этот остров. И он разбился. К сожалению, все выжили. Но зато из груза вон туалетная бумага осталась, как раз пригодится под такую-то игру. Но зато смотрите, какое приключение. Да, тут правда сбивается, кстати, текст после перезахода в игру, он английский стал. Но кого вообще это волнует? Да, кого вообще это волнует, действительно. Я думаю, Павлик удовлетворен своим потрясающим реквестом. Я, пожалуй, в Зельду продолжу играть. И вот знаете, как оно... сложно сказать, потому что... Хотя... Начались выходные, я сажал мороженое, мне хорошо, и я играю в Зельду. По-моему, отлично. Так вот, по поводу видоса Павлика. Вот знаете, да, вот есть люди, которые занимаются, скажем, какой-то медийной деятельностью. Допустим, там какие-нибудь комики, да, стендаперы, там что-то, где-то учатся, пытаются там шутки придумывать, КВН играют, в конце концов, там. То есть какая-никакая база изначально у них есть. Они обладают там интонацией, могут там голос менять, там еще какую-нибудь херню. Есть люди, которые клоуны, да? Вот чисто клоуны, которые могут привлекать аудиторию только тем, что они, собственно, переодеваются в парики, красят себе носы и, ну, клоуничают. Кому отнести вот то, что я посмотрел, я уже не уверен, потому что... Потому что этот человек, знаете, он не обладает ничем. Ну, типа... текст как бы, ну, вроде да. Ну, вроде как бы ок. Где-то местами даже смешно. Но подача на нуле. Видеоряд на нуле. И как-то и не смешно даже. И как-то и текст даже не спасает. И какие-то шутки плоско тупые. Ну, в общем, да. Скатился Павлик. Печально. Так, мне
Мне нужно улучшить свои шмоточки. Три сердечка у меня есть. Три сердечка, да? Мне нужно еще по три на каждый элемент брони. Ну ладно, давайте тогда улучшим, наверное, броню. Блин, надо еще и деньги где-то найти. Не надо целовать меня. Капи-Вульф нормальный старается. Я вот, посмотрев на этот потрясающий, в кавычках, видос, вижу, что он просто разговаривает в микрофон. Это обеспечивает превосходную защиту, дело настоящий мастер. Да, знаешь, даже не просто разговаривает в микрофон, он ничего не делает. Он даже не старается. Это все равно, что, знаешь, это все равно, что чувака под какие-нибудь седативные посадить, да, и просто вот кинуть его перед комом, сказать, вот на текст читай, он такой. И все. Даже это будет, сука, смешнее, чем то, что я сейчас посмотрел. Сердца, сердца. Давай, дурацкий сканер, покажи мне сердца, мне нужны сердца. Где они? Я знаю, что они где-то здесь есть. Блин, а я вон там был? Вон там я был или не был? Наверное, оно бы не горело, если бы я там не был. Ой, в смысле, был. Седативное. Знаю такое. Питался, пробовал? Не пробуй. А если пробовал, то соболезну. Это кто? Блин, он красный. Мне нужен красный. Но я его все равно убью. Здорово, черт. Ой. Я уже по привычке. Нет, просто медик. А в каком классе? Ладно, не обижаюсь, я шучу. Мне просто по статусу положено. Ну, знаешь, шутить. Кстати, колодец, в котором я еще не был. Так. Колодец руин. О, богато. Ну, правда, не очень, ну ладно. Найдет. Бля. Так, и что? Что? Что хочет от меня игра здесь? Что? 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 Здесь ни лягушки, ни хуюшки, ничего нет. Вообще. Может быть, мне под землю провалиться? Странно. Прошел на уровне хардкор. Кого? Подожди. Кого ты прошел на уровне хардкор? Тот самый момент, когда можно утонуть, стоя на берегу. Мед? А. Почему на хардкоре? Там что, была интересная практика? Мя. Тишью. Вкусно, пипец. Ну, я нашел еще один колодец, но не зачистил. Хреново. О, сундук. Да. Ну, ладно. Даже очень. Ну, знаешь, я бы попросил рассказать поподробнее, но я же понимаю, что тебе лень писать, поэтому ладно. Поэтому давай просто зельдить. Так, в теории я могу туда долететь. В теории. С какой-нибудь возвышенностью. Да и вернуться я тоже могу, но вопрос в том, нахрена мне туда лезть? Скорее всего, в этом сундуке стрелы. Да. Да, мне лень. Я знаю. Я читаю тебя как открытую книгу. Это все просто делается. Сокровище лямбды. Ой, отстань. Не хочу я с твоим сокровищем возиться.
Я тут приметил себе головоломочку. И, пожалуй, пойду туда. Так, кто на меня напал? А это ты, волчонок. Ты понимаешь, что ты сделал это очень-очень зря? Сырой ты огузок. Недоделанная повозка. Но руля здесь нет, поэтому пофиг. И так сойдет. Как же долго бежать. Кстати говоря, заказ треков открыт. Можете тратить свои сотни банок на сотни треков. А я еще знаю, что Павлик не внес ежедневную дань на термин. Да, судя по всему, я здесь реально не был. Святилище Сэ-папа. А есть святилище Сэ-мама? Так, что надо делать? Путь вспять. Оу, ноу. Блин, как я ненавижу эту хуйню. В принципе, ладно. Здесь вроде просто. Давай, выезжай быстрее. Очень сложно было, очень сложно. Что же делать? Уджицу FI5120C? Ебать, ну-ка дай глян. Что ты там нашел? Сейчас. А, это сканер. Бля, это сканер, сука. Я думал, что это сканер ручной, в смысле сканера. Это, блядь, реально сканер. Ебать. Так он на бэшке. Бэшка провод обычный. Питало китайское. Забавно. Забавно. Не, такой сканер мне не надо. Мне ручной надо. Так, что я делал? Да питание-то фиг с ним. Да и с бэшкой тоже. Да и со сканером, в принципе, тоже. Он нахрен не вперся. Так, ну факел. Ведь зачем я взял факел? Ладно, неважно. Факел. Пошел нах. Так вот, мне надо зажечь. А мне просто надо зажечь. Чем мы можем это сделать? Что у меня есть вообще зажигательного? У меня есть огнемет, судя по всему. Правда, один. Но он есть. А что, в смысле, выбросить его здесь нельзя? Вот это отстой. Блин. Ну ладно. Сейчас что-нибудь придумаем. Так. Реверс. Блин. Давай. Ну. О. Чё, потухло, что ли? Да блин. Нет! Стой! Тупая игра. С
ее тупыми правилами. Что, я могу взять вот это? Да не, бред какой-то. Да хватит падать, ты кусок идиота. Отмени, отмени, говорю. Блин. Коноскан. HP-шка. Да, и черт с ними, мне ручной сканер нужен. Оло. Понимаешь, ручной. Ручками, ручной. Ручная сканерюга нужна. Это ручные, это не ручные, это какая-то трэш-кабинка. О, все, я выиграл. Я выиграл. В каком смысле ручной? Ну, в которой в руке лежит. Какой еще может быть ручной сканер? Который подбегает тебе в ошейнике и гавкает на тебя и говорит, я тебя сканирую. Какой еще может быть ручной сканер? Которым водишь над бумагой? Да? Подожди. Что за... Скан Jet 3800, ну-ка. Чё это вообще? Чё это за хрень? Ебать. Нет, это трэш. Это не то. Я же тебе сказал, мне нужен 2D либо 4D сканер. 3D тоже подойдет, кстати. Такс. Надо шарик сюда загнать, да? Там еще и ворота открываются. Ну, капец. Ну, давай попробуем. Он еще на углях, что ли? Шарик на углях? Моя любимая. Да, блин, дай сюда. Дай. Перебор. Так. 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 Открылись ворота. Ну, допустим. Я такой бегу, 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 такой, бегу, бегу, бегу. Забегаю сюда. Тра-та-та. Сверхтяжелые HP-шки. Зачем ты их таскал-то? Надо было не таскать их, а это... Ну ты понял. Надо было их катить. Катить, понимаешь? Надо катить их было. А не вот это вот все. Так, бла-бла-бла, бла-бла, бла-бла-бла-бла. Бежим. А чё, в смысле? А. Он же вернется на исходную, когда все закончится. Сука. Как я тебя ненавижу, сраный шар. А, да? Можно это прямо оттуда делать, что ли? О. Подожди, в ворота тоже можно? А, нет, показалось. Верни шар. И чё он там лежит? Шарик, вернись. Чё-то ни хрена не работает. Так. Ой, не начинай про свою цепь. Ты всех уже заебал со своей цепью. Так. Ага, ага, ага. Оба. Так. А теперь обратно. Вот ты гнида, а? Ты посмотри на нее. Ты посмотри на нее. Ладно, давай по-другому. Мы такие кладем шарик сюда. Да, он активирует ворота. Ждем. Ждем. Берем шарик.
Кладем его сюда, X. И бежим. И бежим. О, все, шел. Кстати, записалась двойная порция. Так. Отлично. Перфекто. Где-то здесь, кстати, был сундук, но там, скорее всего, стрелы, поэтому срать. Сейчас бы стрелы в сундуке найти. О. Па-па-ра-пам. 9. Ой, как после мороженого хорошо. Чтобы плод с парусом поплыл, нужен ветер. Подуйте дуть. Ну, в смысле, попробуйте дуть. Но я не хочу дуть. Такс. Сердца. Мне нужны сердца. Подозреваю, что здесь их нет. Даже сканер молчит. Удивительно. А вот и ежедневная дань подъехала. Здорово. Здрасте, здрасте. Чего, как вечер проходит? А мы тут мороженкой балуемся. Кстати, можешь заказывать песни, да. Ой, рандом здесь, надо же, какие люди. А мне казалось, что ты сейчас должен, ну там, стримить вердроч какой-нибудь. А не вот это вот все. Кстати, заказ на музыку открыт, да-да-да. Можете тратить свои банки. Ну или вбрасывать их на термину там, сами смотрите. На термину вбрасывать не советую. На термину вбрасывают только элитарные пользователи чата, участники. Поэтому не следуйте их примеру, не становитесь элитарными. Сейчас накопится немного. Ты хитрюга. Так, что за дырка в воротах? А, это просто дырявые ворота. Ну тогда ладно. О, аватарку канала. Нашел. Блин, надо что-то со смайлами сделать. И вообще, давай начинай рисовать. Научишься рисовать, я у тебя смайлы куплю. А! Блять. Я так и знал, что здесь есть какой-то подвох. Нет, глыбник, нет, я не хочу с тобой драться. Лошадь, спаси меня, лошадь! Все, все, спокойно, и пиздуем отсюда нахрен. Это сильно, конечно, сильно. Я слабо не делаю. Но. Че ты? О, нет, он что-то там не успел прочитать. Какая лошадь попалась, кстати, прикольная. У нее жопа вся в пятнах. Пятнистая жопа, мы ее так и будем называть. Ну, успокойся. Сижу с тортиком и ягодной булочкой. Ягодная булочка. Тортики ненавижу. Выглядит как мухомор. Нет, это пятнистая жопа. Чем тебе пятнистая жопа не нравится? Я сегодня посмотрел две серии Фрирен и с сожалением могу сказать, что мне понравилось. Поэтому, походу, придется смотреть весь сезон. Ну чё ты, ретивая какая тварь? Фрирен хороша, ну... По двум сериям я так не скажу. Но пока что меня все устраивает. Там какая-то эмоционально тупая эльфийка, которая прожила до хрилион лет и хоронит друзей, как будто в первый раз. Все это выглядит супер странно. Пока что. Для тех, кто хочет отдохнуть. Знаешь, сложно сказать.
Все-таки там и на эмоции пытаются давить. В каком-то смысле. Я вообще смотрел вторую серию, принимая товар на складе, поэтому... Какие ко мне вообще вопросы? Хочу к другу. Я... А где твой друг? А, вижу. А, нет, подожди, это... Это две гниды, это не твои друзья. Куда ты хочешь? Аниме с драмой про эльфийку, да, именно оно. Там 7 серий уже. Вот именно, что из 7 серий я посмотрел только 2. Вот незадача, кто же знал, что мы друг с другом расстанемся? Ну, в принципе, недалеко. В принципе, недалеко. Не, да. Правда... Есть загвоздка. Чтобы его туда доставить, мне нужно сконопатить плот, а здесь течение в другую сторону. И здесь, по-моему, нету ничего. Тут парус есть, но... Мне как бы ветер нужен. Тут еще и эта гнида засела между... Нет, не, я не буду это делать. Нет, но вы меня не заставите. Никогда. Нет. Кстати, рандом, когда, Зельда? Мне когда приходить бэкситить у тебя на стримах? Что за фигня? Хоббиты пересмотреть. Не надо. Ух, я сальтухи умею крутить. Прикольно. Поехали. Хоббита. Зачем пересматривать Хоббита? Хоббит — это кино на один раз. Вот, ну, серьезно. Ну, Хоббит, ну, на один раз же. Ну. Блин, реально надо Зельду. Ну да, я ж тебе говорю, покупай эмуляторы и играй. Что тут еще добавить? Смотрю себе новое кресло, старое ZG. Блин, ты работаешь у нас, и ты же знаешь, что нельзя покупать Dexp. Нельзя, ну нельзя покупать Dexp, даже если для тебя это очень соблазнительно. Нельзя, нельзя, понимаешь, домой нельзя. Так, этот значок мне не нужен. Гоблины. Где-то здесь, по-моему, да? Так, ну вроде мы движемся тогда правильно. Поехали. Я тогда работал в банке и взял его за 5к, так что не считается. Ну ладно, ладно. Считаешь, что наебался разок. Что такое Dexp? Ну, как сказать? Знаешь, вот есть... Вот есть Джуань Хоньк, да, вот китаец, который тебе на Алике продает какие-нибудь там трусы за 99 рублей. А есть Dexp, тот же самый китаец Джуань Хоньк, только Dexp, и он продает трусы за 499 рублей. Вот это вот, вот примерно вот так вот. А брендовые трусы от Samsung стоят 899 рублей. Вот и думай, что покупать. О, походьте, он что, синий? Нет, он не может быть синим. Он же не синий. Нет, он красный. Это не алкаш. Мне нужен алкаш. Куда я еду? Все, я все правильно еду, нормально. Как красная цена в пятерке. Ну да, только хуже. Как красная цена в пятерке, только из Китая. Так, продавилась спинка, я теперь в нем лежу. Слушай, я себе взял кресло, Анда Сит называется. Но ты охуеешь из-за цен. Да что ты, какая? Хватит дрыгаться. Пятнистая жопа. Вот, и оно рассчитано на людей за 2 метра ростом, да, и у которой там, ну, по 200 кг весит. Вроде как кресло норм. Я вот сейчас в нем сижу, там мультиблок есть туда-сюда, качание, механизм тоже есть. Я туда еду вообще? Где-то свернули туда. Все, вы виноваты. Своими креслами. Вот. И вроде как, знаешь, оно тканевое, оно кайфовое. Зимой вообще тепло в нем сидеть без всяких пледов. Подлокотники там мягкие, крутятся и всякое такое. Единственное, если по росту не войдешь, то будет неудобно. Придется подушечку снять. Так, класс, норм. Вообще, попсовые кресла — это кугаровские. Это что, Берсеркер мод? Напалм Рекордс?
Что сейчас за Кратос там был? С бочкой вместо молотка. Что-то на немецком. Хотите посмотреть? Знаете, наслаждайтесь. Мне жарко сидеть, у меня киловаттный комп справа стоит. Так у меня тоже, у меня еще слева батарея, но в кресле удобно. Кнопка. Ты так и не починил койку. А что с ним не так? Зачем ее чинить? Причем здесь я вообще? Почему мне надо чинить койку? Замерз в чашке киберпанка, вот уже на вулкане. А у меня дома всегда тепло. Я вообще по этому поводу не парюсь. Я поставил все датчики. Когда холодно, включается отопление, когда жарко, оно выключается. И... Она же влетает. Она не только у меня вылетает, она у всех вылетает, я проверял. Что не надо мне тут рассказывать. Слушай, качалки Кратоса, да-да. Жесть какая-то. А ты поиграй. Заебись у него все. Ты поиграй в игру хотя бы полтора часа. И она у тебя тоже крякнется. Да ебаная ты лошадь, блядь. Хватит выпендриваться, едь давай. Ёбаная лошада. Не, я могу попробовать сейчас койку стартануть. Но она вылетает даже в соло, понимаешь? Это все моды. Это моды виноваты. Это моды. В сетке ничего не изменится. Это не зависит вообще от этого. При чем здесь это? Давай, идите быстрее, блин. Странно, какие-то клипы смотришь. Скажу я тебе. Блин, сраная лошадь сносит с дороги. Чёртова пятнистая жопа. Что там по обнову модов? А ничего, скорее всего. Я не проверял. Нормальный клип. Ну, как сказать. Трэш. Ладно, хоть это была одна песня всего лишь. Да заткнись, ты сраная лошадь. Тебе чё, яблоко в рот засунуть? Совсем уже эти лошади обнаглели. Ой, что-то в меня прилетело. Сделай вид, что ничего не было. Это же шутка. Так не смешно же. Где эти сраные гоблины? Блин, мне по всей карте скакать, что ли? Лошадь колдырит. Кайзер Шизу и ВБ обновляли 15 числа. А что добавили? Ну, пока скачем. Сейчас мы перейдем на режим медленного скакания. Так, Steam. Посмотрим, что там. Что там понадобавляли? Так. Я забыл, где она. Это не вижу, прикинь. Потерял. О, нашел. Так. Stella Polaris. Патч 1.13.4. Но это основной игры. Это нам не на это. Это нам не это. Не вижу. Где моды мои? О. Так. 15-го, да. Ну-ка, что там за чинжелоги? Понимаю. Казири тоже прочитает? Ты заебал.
О, добавили AI-скриптинг для Las Granjas. Кто это вообще? Куча фиксов. Ничего, ничего не удалено. Так, добавили. Focus Icons. Trade ноды в Category. Или в Calgar, или что это? Блядь! Ай, ёб тебя за ляжку. Сраный... Сраный кус. Чуть не сделал мне прокус жопы. Лошадь не предупредила. Все, поехали по дороге. Так вот. Что там дальше? Лас Гранис — это Мексика. Ну, ясное дело, что это Мексика. Обновили титры для пип-боя. Потрясающе. Минорный баланс. Похер вообще. Так, трейдноуды, абилити удалять наказанная территория Мохаве. Мусор. Каких-то супер глобальных апдейтов я не наблюдаю. А, вот, вот, по-моему, какой-то есть. Что-то там с веткой Ланиуса. Техбаланс. Добавляли всякой фигни. Переделали Canadian Regions, канадские регионы. О, даже карта есть. Правда, вы ее не увидите, хотя... Что тут еще пишут? О! Ничего еще. Так, коммуна, трава. Ну, что-то так себе переделали. Как было говном, так и осталось, по-моему. Так, что там еще? Тра-та-та, мусор-мусор. Восстановили одинокую звезду. Warband, путь, предыдущие незавершенные регионы, ивенты и решения. Неинтересно. Опять техбаланс. Ну, что-то там они, в общем, понаделали. Ой. Кайзер Репух, что ты там хотел? Обновление. 14 октября. Сейчас какое число? Сейчас 21 октября. Ну, как видишь, обновление у них потрясающее. Сука, лучшее обновление из обновлений. Просто 10 обновлений из 10. Лучшие чейнджлоги Award 2023. Охуенно просто. 10 из 10. Потрясающе. По-моему, мы врезались во что-то. Ой. А где я? Мужик. Мужик, стой. Оружие тоже ломается. Да ладно. Добро пожаловать. Слушай, прости за прямоту, но я должен спросить, ты же ведь не обычный путник? Ну, как тебе сказать? Сейчас и не скажешь, но в молодости я без устали тренировался в боевых искусствах. Обновление года, да? Именно. Интересно, как так вышло, что теперь я никому неизвестный торговец? Что? Да не, не похож. Как бы то ни было, пусть рука моя не так крепка, как в молодости, но добрую душу я знать умею. Извини, я тебя уже, наверное, заболтал. Это все твоя сияющая аура. Это я просто ел светящиеся грибы, это нормально. Так, а теперь поговорим о деле. Я как-никак торговец, у меня товары что надо. Ну, показывай. Стрелы за 20-ку, обожаю. Что тут сказать? Охуенные у тебя товары. Так, а что, если я тебе загоню какую-нибудь... нет, еду я продавать не буду. Зелье, в общем-то, тоже. Хотя можно сварить что-нибудь из запчастей. Какие-нибудь зелья продать ему. Ладно, пофиг. Бывай, черт. Товары твои говно. Поехали. Так, куда я еду? Здесь мне надо повернуть направо. А здесь надо повернуть налево. Ну да. Я надеюсь, лошадь не свернет.
Давай, лошада, ты идешь куда надо? Не туда. Не в ту маленькую сторону. Ускоряемся. Детектор молчит, кстати. У детектора вообще тишина. Кто-то на меня напал. Кто это мог быть? Наверное, галлюцинации. А, просто ветер. О! Это все, конечно, здорово. И там даже ходит гомогоблин. Но он красный. А мне алкаш нужен. Блин. Вот дерьмо. А где они живут? Центральный Хайрул. Элдин. Где-то у меня был Атлас, да? Так, монстры. Му, блин. Мне нужен синий. Во. Так, Хайрульская равнина и Элдинское ущелье. Это где? Хайрульская равнина. То есть они все-таки где-то здесь живут. Ага. Ладно. Но-но. О, Мия Реджина. Ну-ка, ну-ка. Что ты там понадергал? А музыка-то где? Что-то на японском. Какие-то японские бабы. А, она просто тихая. Зачем она трусы на глаза завязала? Они вообще какие-то странные. Чулки на руках, трусы на глазах. Причем еще и кружевные. Это опенинг из одного аниме. Остается этому аниме, только соболезнует, если у него такой опенинг. О! Среди вас нет того, что я ищу. Семь смертных грехов. Опять. Заебал. Ты уже реально заебал это аниме. Встань. Опа! У нас появилась жертва. А где она? Наверное, я правильно иду. Вот, вот этот наш алкаш, я нашел его наконец-то. Здорово, синий черт. Ой, кнопка не та. Как же я долго тебя искал, гнида. А мне нужно еще таких три найти. Не надо! Фу, не попал. Этот меч сломался. Сойдет. О, сердечко дропнуло. Кстати, еще и колодец есть. Так. Еще тут у вас. О. Здорово. Раз. Два. Че считаешь? Ну, я вообще-то считал количество обид, которые мне кто-то нанес. Это этот кто-то уже долгое время старается изничтожить наше братство. Вот считаю, сколько раз мы понесли потери. Я, кажется, знаю, кто это. Я с нетерпением жду встречи с этим Линком. Это тебе за мое братство. Вот ты гнидёныш, конечно. Меч. Лук. И эльфа. Слышь, черт, хватит скакать от меня.
Тьфу. Жалкое посмешище. Убить она меня пыталась. О, вот этот смайлик я обожаю. Вот это да, это мне нравится. И смайлик я одобряю. А больше тут ничего и нет, да? Я вижу две ящерки на потолке и кучу грибов, но... Не то, чтобы это было то, что мне нужно. Ладно. Нет, так нет. Будем вылезать отсюда. А, кстати! Кстати, я забыл проверить, одобрил ли мне смайлик или нет. Сейчас. Это дурацкая почта. Ваш смайлик утвержден. Кайф. Кайф. Очень хорошо. Чего нам надо еще? Не буду я не поддерживать никаких команд. Встань. Так, смайлик, 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 смайлик. Сейчас замутим смайлик сразу. А, где это делается? Вукалоид на русском? Ну ладно. На этот раз можно. На этот раз прощаю. Так, выбирайте вместо кого мы... Пиздец. Вместо кого мы закинем... А хотя знаете что? Слушайте, есть другое предложение. Есть 200 рублей у кого? Место. Да, нет, не будет никаких мест. Ща, акция невиданной, сука, щедрости. Лично от меня. Найдите мне двух человек. Ладно, не надо 200 рублей, найдите мне просто двух человек. Вообще любых, похер кого. Лишь бы у них подписки не было. Я знаю одного, у кого подписки нет. Сейчас я его насильно подпишу. Так. Как там это работало? Через Киви, кажется. Так, кто этот черт, который сидит у меня без подписки? Блин, заходил же в чат, но... Сука. Терялся. О, вот, Лонгис. Нашелся. Опа. Все, сюда. Ну-ка, починили способ оплаты или нет, интересно? Не починили. Ну ладно. Ничего страшного. Это точно вокалоид? Потому что... Что-то на вокалоид это не очень сильно похоже. Водка. Она в конце спела водка. Так. 260, да? Dragon Age Song. Ладно. Так, кто там?
Пережарили, походу. Так, 9-2-3-7. Ого! Вот это вляпался! Слушайте, ну с этой херней, кстати, быстрее работает, кажется. Ну и ладно. Все, есть плюс 15. Или... Подожди. А что, у нас один подписчик отвалится, что ли? Почему их 14? Я не обновилась еще. Странно. А, не, все, все. Есть, я купился с маленьким. А ведь первый я. Да, ну ты модератор, ну так не считается вообще. Ладно, шучу. Так, все, можете наслаждаться, те, кто подписан новым смайликом. И я возвращаю вам Мику. Я возвращаю вам Мику обратно. Все, энджойкайте. Энджойкайте. А я пойду дальше играть. Где мой геймпад-то? Потерял, блядь. Чё? Чё вы начинаете? Можете страницу обновить, должно все работать. О, о. Уже все работает. Так. Одно сердечко мы нашли, да? Ну, пошли искать остальные. Лошадь! Погодь. Не убегай только. О! По-моему, он какой-то маленький, да? Хотя... Да не, не, мне нравится, мне нравится. Пусть остается такой. Вроде норм. Я слышу врагов. Как ты заебала меня, лошадь. Синих среди них вроде нет. Ну, не те, что мне нужно. Дождик. Сейчас все писало, что я не подписчик, а потом починилась. Этот Twitch, он тебя просто байтит на, знаешь, на повторную подписку. Чтобы ты посмотрел такой, ой, а что это у меня подписка отлетела, подпишусь-ка я заново. Такой, у тебя там, опа, а ты, оказывается, уже подписан второй месяц. О, смотрите, это вроде... Нет, это вроде не алкаш. Нет, это какой-то коричневый или красный. Не то, что мне надо. Коварный Twitch, да? Хорошо, что я не доначу Twitch'у. Ну, между прочим, зря так ты меня не поддерживаешь. Понимаешь? Донать ты прямую тогда. Смотрите, смотрите, хедбенгеры. Башками трясут. А, они едят? Блин, ну ладно. Может быть там? Может быть там они есть? О, надо спинку маленько приподнять. О, вот так хорошо. Есть только один стример, которого я поддерживаю на полшавы. Да, я тоже раньше так делал. Ключевое слово раньше. Так, спокойно. Судя по датчику, никаких синих ублюдков здесь нет. И это плохо. Прям мега плохо. Где мне их теперь искать? Дерьмо, однако. БК начался, ушел. Бля, соболезно. Ну, давай, возвращайся, что ли. А то как мы тут без тебя будем синих ублюдков искать? Эти гребаные алкаши. Я истреблю алкашей. Знаете, убийцу гоблина смотрели? Я истреблю алкашей.
Так, нет, это красные какие-то. Мочи алкашей. Да, их еще найти надо для этого. Они, сука, прячутся. В сраных подворотнях. Подворотнях этого прогнившего города. Ну, в смысле леса. Ну, или равнина, или что это. Жду пончика день 35. Да, да, надо доделать. Надо доделать, да. Да-да-да. Доделать. Ну, когда-нибудь. Просто, понимаешь, вот у меня нет никакой абсолютно мотивации его доделать. Вот прям вообще никакой мотивации нет. Потому что, чтобы что-то делать, нужна мотивация, да? Вот, например, я иду в магазин, у меня есть мотивация, да? Я после похода в магазин могу пожрать. Нормально посидеть, спокойно отдохнуть. Или вот я вот на работу хожу, да? Мне там деньги дают. Представляешь, вот тоже мотивация есть. А вот что пончика озвучивать, как бы, ну вот, ну нет мотивации никакой. Как же посмеяться в процессе? И посмеяться в процессе я могу на стримах Зельды, понимаешь? Поэтому все еще никакой мотивации. Ты вот реально вот, вот сейчас ты решила повыпендриваться. Ты, конечно, тварь. Это кто? Это... это белый мудень на лошади? Ладно. Нужно больше мотивации и больше силы. Ну, как бы... мотивации будет достаточно. Заебать меня, чтобы я вырезал твою фразу вроде... что ты, блядь, напереводил? Ну... так это стандартные фразы, что их вырезать-то? Ну, в смысле, я могу их и так говорить практически каждый день, почти на любом видео. Поэтому, как бы, ну... а? Я что, виноват, что ли, что у тебя переводы тупые? Ах, дрожица вспомнил. Ну, конечно. Конечно. Что еще мог ты вспомнить? Больше же не было ничего. Только дрожец. Блять, какие эти синие мудаки? Я заколебался скакать уже по округе. Даже здесь их нет. Стоять. Ты кто? Сука, он красный, блядь. Давай газуй быстрее, пятнистая жопа. Ну чё, поехали тогда куда-нибудь в другое место. Так, нам здесь через мост, здесь через мост, и там еще через мост, да, в ущелье. Кошмар. Чтобы найти врага, надо думать как враг. Не, неправда. Стань синим. У меня бутылка Джека Дэниелса, но она закупорена на лучшие времена, поэтому нет. Так. Один мост есть. Впереди еще два. И по дороге даже не предвидится никаких синишей. Никаких синяков. Как жить, когда нет синяков? Блин. Сакс. Кстати. Ха, здорово, черт. Все еще держит. Стой. Да стой ты. Кстати, мы будем ее регистрировать или нет? Так-то пятнистая жопа прикольная. Ладно, почему бы и нет? Действительно, это же пятнистая жопа в конце концов. На. Только попробуй убежать. Так. Действительно, хом. Ну, как-то так. Будем надеяться, что не упадет. Слышь, березда? А это ты, спасибо, что выручил. Я за всех сил пытаюсь поставить тут начальника топорду, точнее, рекламный щит. Отпускай. Смотри, стоит. Дойдет. Он стоит! Ты знаешь, когда орехов нажрался, с утра встаешь, и первый восклик у тебя это «Он стоит!»
Я его не держу, а он стоит. Действительно. Потрясающе. А не держа, ты не мог это его сделать? Вот это все. Мясики. Блять, мясики, сука. Ладно. Еще и купон дал. Богатый черт. Хотя отсыпал всего 20-ку. Маловато. Поехали. Давай, лошада. Жги. Жги свои калории. Нам надо ехать вперед. Смотрите, какая она грациозная. Просто. Как она синхронно двигает ногами. Это... Нет, это не синяк. Вернее, это синяк. Это не тот синяк. А это что такое? А я там был. О. Здорово, чертяка. Судя по виду, ты много где побывал. В пустыне Геруда на юго-западе. Желе. При перепадах. Его влага способна утолить жажду, а в морозы можно согреться. Прикольно. А что продаешь? Рис. Он продает рис. Ну, из риса можно много чего сварить так-то. Пожарная ящерица. Слушай, дай мне рис. Два. Нет, это много. Дай один. За двенашку это дорого. Ну ладно. Сюда семга. В приготовленном виде восстанавливает все сердца и на время дает дополнительное. Хорошая семга. Надо было рыбу купить. На сегодня. Я же сегодня взял... Слушайте, а есть какой-нибудь видос минут на... 10-15. А то я бы сейчас посмотрел. Ну, посмотрим вместе, я пожру заодно пока. Ух ты, какая прикольная топь. С березками. Интересно, а здесь есть синяки? Вряд ли, конечно. Хотя... Вроде как эти ублюдки должны обитать повсеместно. Пойдем проверим. Может, есть что. Тем более я вижу колодец. Лекарств хватает. Но не жалуемся. Несмотря на мой вид, я действительно доктор. Не веришь? Могу доказать. Я научу тебя варить зелье. Но каждое зелье требуется время. Рецепт таков. Мелкая живность, органы монстров и вари их до готовности. Обожаю такие рецепты. Насыпьте полкарасика семги там, какой-нибудь соли бахните туда. Ну и варите, пока не сготовится. Вот и все, не так уж и сложно, правда? Действительно. Так. Стопе, стопе, колодец. Тихо. Опять ты, черт. Так, мой меч уже наготове. Это не просто колодец. Это колодец смерти. Бери это. Ты знаешь, что через колодец можно попасть на тот свет? Ну, так говорят. Ну, знаю. Ты слишком много всего знаешь. Но я могу тебя удивить кое-чем. Сейчас ты туда и отправишься. Кто бы сомневался, а вы думали, он свой? А нет. Вот, хер там. Чё, черт? Ой, ой. Вот это ты совершил роковую ошибку, конечно. Не надо так на меня прыгать. Обычно это плохо заканчивается, причем для тебя. Так, и чё? Это все, что здесь есть? Да. Не густо. Но лучше, чем ничего. Наверное. Зато здесь есть бомбоцвет. И даже янтарь. Вау. Всегда мечтал, ну, типа, поюзать янтарь.
Так, у меня, походу, меч сломался, кстати. С чем бы его склеить? О, меч с мечом. Идеально. То, что надо. Шик. Заберу я твой запасной клинок тогда. Экс, да что ты... Откуда ты взялся вообще? Ржавый меч. Текс, поехали отсюда. Тут слишком много желеобразных дырков. Блин, я еду в топе. Судя по всему, здесь этих моблинов нет вообще. Я вижу здесь много не тех животных, которые мне нужны. Хотя я не уверен, что моблины — это животные. Хотя, с другой стороны, почему нет? Чё там? Так-так-так. И что тут у нас? Я вижу сундук. Да блин. Дурацкий сундук. Так, давай вперед. Вот туда вот. Там и лежи. Да, твою мать. Что в нем, стрелы были? Слишком просто был запрятан. Гидрант. Ну, да, действительно. Что в нем еще могло быть? Гидрант. Лошадь. Опа. А на буйволе можно кататься? Блин, реально. Слышь, бычара, чё смотришь? Ну вот, он обиделся. Наверное, не стоило называть его бычарой. Но он же бычара. Оседлай его. Да если бы было можно, я бы так и сделал. Но, во-первых, он убежал, а во-вторых, надо для этого высоко залезть очень. Ну и, в общем-то, у меня есть пятнистая жопа. Еще один колодец. Я слышу Пепу. А? Че за нах? Так, окей, это какое-то странное место. Здесь кто-то жил. Бумажка. Я свалился со скалы. Карабкаться по скалам в мокрую погоду — не очень хороший план. Почему цепкие квакши могут без усилий прыгать по скользким отвесным стенам? Попробую-ка я сварить зелье из органов монстров и цепкой квакши, чтобы лазить по мокрым скалам. Если у меня получится, то будет чем взбодриться в дождливую погоду. Важно не терять почву под ногами. Я всегда в поисках новых рецептов и никогда не сдаюсь. Шеф-повар Аури Тааму. Прикольно. Блин. Ну, варить мы здесь ничего не будем. Зелье лазания по отвесным стенам мне не нужно. Поэтому, как бы да. Поэтому, как бы да. А, это был ты. А где твой друг? Что-то не наблюдаю. Ай, черт с тобой. Больно надо. Реально уже задолбало собирать этих сраных короков. Гнидыча. Так, нам куда-то туда. Нам куда-то туда. Не, ну здесь тоже синяков нет. Я это вижу.
по своему чудо-сканеру. Хотя здесь ходят два моблина, и они, сука, оба красные. Ну как так-то? Игра. Два моблина, оба красные. Здорово, бычара. Пошли вон. Ну, это неинтересно. Не-не-не, не надо. Подстава, это не подстава, это засада. Маги скачут по небу. Что-то еще есть. Рыбина какая-то огромная. Вон голова, вон хвост. Кстати, лошадь наконец-то успокоилась. Неужели ее отпустила? О, головоломка. Я здесь что, не был? Что это? Меня аж игра сохранила. Че за нах? Что ж, пожалуй, пацану пока что. Умирать как-то нет настроения. Сао. Ну-ка. Что ждет нас внутри? Так, сила из глубин. Из каких глубин? Ой. Что делать-то? Ну, в принципе, понятно, что надо сделать что-то такое. Только как его еще выше поднять, если это лимит? Что за тупость? А, дошло. Прикольно. Ну, это было слишком просто. А, чертяк, отстань. А! Бери. Не, ну с палкой я драться не буду. Что это? С палкой. Деревянной. Так, а это что? Ага. Паттерн, я так полагаю, тот же. Или нет? Так, подожди, что делать с этим бутербродом? Серьезно? Ладно. Его что, поверхностное натяжение вверх не пустило, что ли? Или что? Чертов кусок масла. Я так полагаю, мне надо туда. В принципе, тоже простой рецепт. Достаточно. Всего лишь маленькой. Головоломочки. И мы на коне. Ту-ту-ту-ту-ту. 10. Ну, хоть полечили. Кстати, по-моему, там скейл по 4, да? Не.
Или по 3. По-моему, по 4. Так. Здесь нету этих синяков. Вот что плохо. А их надо где-то найти. Ну, хоть переход есть, вроде бы. Кстати, куда я скачу? Ну, плюс-минус туда, куда надо. Окей. Здесь же можно прыгать, скакать, ехать. Хорошо. А теперь меня тошнит из замороженного, сука. Ну как так-то? Совесть-то имейте. А если на голову упадет? Так, те черти мне не нужны. Вот что я пытался сказать. Да. Что-то у меня с мышцами лица, знаете. Я чувствую, как они немеют. Предательство, которого никто не ожидал. От глыбы с неба... От нее кто-то что-то ожидал вообще? Это же глыба с неба. Если она падает, то куда-нибудь и не обязательно на кого-то. Так. Не-не-не-не-не-не-не-не. Ядрить ты. Он меня чуть не похоронил только что. Одним выстрелом. Охренеть. А чё как много сжирает? Здорово, лошади. Только не мороженое. Что, при чем здесь мороженое? Ну да, я объелся мороженого, и что? Что такого-то? Подумаешь, что же мне новость? Опять чуть глыба на башку не придет. Почему дымится колодец? Давай, лошадь скоримская, а впрочем, неважно. Я вижу Пепу. Сейчас мы ее... Интересно, а Пепу можно бомбануть? На нах! Она оставила мне один, сука, рупий, блядь. Класс. Тварь. Наелся и не спит. Ну так, ёпта. Пепа! Я тебя нашел. Ух, ё. Ну или не нашел. Так, это не те синяки, которых я искал. Ну ладно, разберемся и с этими. Только надо поесть. А то что-то мне грустно как-то все. Нормально. Пойдет. Здорово, черт! Спускайся. Ни хрена себе у них ХП. Так, нет. Это не... Нет, нет, это так не работает. Гуара, дай хоть ты. Бомбану по ним. Я не вижу даже, куда стрелять. А? Мне нужен нормальный меч. Сойдет. Ха! Ну все, колбасер, тебе хана. Когда ж ты сдохнешь-то? Рог серебряного хоррор гоблина. Пороблина. Невероятно увеличит силу атаки. Из него можно сварить зелье с мелкой живностью. Если прикрепить его к оружию. Звучит как интересный план. Хоррор гоблина, да? А что такого? Пумс, жердь. Зачем они к своим палкам крепят эти... крепят грибы? Слушайте, а богатое место, кстати. Я слышу Пепу. Сапфир, ну, стоило того. В принципе, сапфир это еще плюс-минус нормально. Янтарь, вот янтарь полная хрень. Янтарь можно вообще оптом сдавать. Как цвет мед.
Здрасте, сырое филе. Это мне надо. Что такое? Семечки. Это все я тоже забираю. Бомбоцветы вернули. Покупай игру на прохождение. Я тебя предупреждаю. Если это остров Карема Кумбасара, то ты будешь играть в нее сам. Имей в виду, я тебя предупредил. Боевая копьеглефа. 11. Ну, лучше, чем вилла. Да, отличная игра. Отличная, блядь. 10 игр из 10. Так, теперь мне нужен ля бомбоцвет. Ага, попалась тварь. И как мне в нее попасть? У нас ля траблс. Этот придурок не умеет поднимать лук выше. Стой, падла! Убежала. Ну и ладно. Помню обзор у Happy Wolf этой игры. Мы его сегодня смотрели, если ты вдруг забыл. И мне не понравилось. Спойлер. Так, с этим вроде закончили. А, кстати, обзор Старфилда. Ну, как бы нет. Я бы предпочел что-нибудь смешное, а не тупое. А где моя лошадь вообще? Почему я пешком иду? А, скайримская лошадь маленько застряла. Ну тогда ладно. Тогда можно. Я так понимаю, Пепы здесь опять нет. Лестница. Хвала небесам. И я так надеялся, что кто-то придет меня спасти. Да я мимо проходил. Я случайно кое-что обронил и спустился забрать. Но потом лестница, по которой я должен был забраться обратно, сломалась. Грустно, печально. Мой попутчик не заметил, что я застрял в колодце. И пошел дальше. Хороший попутчик. Как он мог так поступить? Я так рад, что ты спустился сюда. Но как мы выберемся отсюда? Лестница-то сломана. Недостающая часть лестницы все еще здесь. Мы могли бы ее просто починить, но она так высоко, что мне не дотянуться. Это я могу решить. А. Ладно. Оказывается, она, сука, складная была. Теперь ты дотянешься? Может, останемся тут жить? А может, не надо? Ого, лестница снова целая. Это ты ее починил? Просто чудо. Теперь давай скорее отсюда выберемся. А давай ты скорее пойдешь нахуй отсюда. Дружище, ты меня так выручил. Я уж думал, что застряну здесь навеки вечную. Прям не знаю, как тебя отблагодарить. На, держи. Палтос. Хотя не факт. Вот палтос это да. Вот палтос это достойная оплата. Попутчик Йоры... И мы вместе продолжим путешествие. Йор. Сын битвы. Когда случилась эта неприятность, мы шли в конюшню у подножья, чтобы записаться в группу по изучению Занай. Ну все, мне пора. Теперь я тебе очень признателен, правда? Береги себя. Не буду. Не, ну за полтос нормально. За полтос нормально. Правда, колодец все еще не считается выполненным почему-то. Ну ладно. Мне нужна лошадь.
Что это только что пролетело? А. Опять камень упал. Так, с курятина мне не нужна. А вот это что такое? А. Воздушный шар. Не, воздушный шар меня тоже не шибко интересует. Кстати, а что там по рефандам? Не вернули деньги? На удержание 180 рублей. Они еще думают, что ли? А почему на удержании? В смысле на удержании? А почему на удержании? А как? Тебе не вернут. Нет, подожди. Почему тот не отдаст твои деньги? Какой тот? Эту игру писал Алексей Криворучко. Какой тот? Ты чё? Ты чё? Ты думаешь, я купил Starfield, что ли? А деньги получал тот? Вряд ли. Хотя, может быть, ты и прав. Может быть, тот приложил к этому руку, поэтому там все через жопу работает. Че это за местность вообще? Почему здесь высокоуровневые големы? А че? А в смысле? А почему? Ты меня не видел. Ядрить, колотить. А как я их убивать буду? Нет, ребята, нет. Не, давайте по одному. Вот ты выманился, да? Отлично, отлично. Ну-ка, подожди. Сука, он вернулся. Только не убей меня сразу. Так, я там что-то... Я что-то склеить собирался, да? Заврай резак уже проапгрейжен. Апгрейдить мне, по сути-то, и нечего, кроме вот этого говнища. Надо меч найти нормальный. Ну прям Dark Souls. Ай, Dark Souls. Чё я, чё-то я забыл про Dark Souls уже. Надо ломать завра резак уж тогда. Длинный меч. А, когда мокрый, плюс сила. Ну допустим, ладно. Тупое копье. Не нравится, не нравится. Во. Это вообще говнище полное. Кстати, сломалось. А, он умер. Ну и хорошо. Ладно. Размер не важен. Так, ну, ржавый клеймор это лучше, чем то говно, что у меня было, поэтому ладно. Мне нужно что-нибудь для апгрейда. Вот эта штука подойдет. Хоба. Ну, я надеюсь, быстро эта хрень не сломается. Сканер все еще показывает, что здесь никого. Значит, придется идти дальше. Отстой, однако. А где я? Угу. У меня вообще куда-то направо. Куда-то, видимо, в те горы. В тех горах я кого-то видел хотя бы. Там хотя бы кто-то был. Там хотя бы сканер срабатывал каждые 30 метров. Яблочко. Оп. Опа. Чё это? Я надеюсь, эта глыба не встанет. Ох, как я надеюсь, что эта глыба не встанет. Потому что если она встанет, будет явно нехорошо. Опробуем новый меч. Чёрт. Тихо. Я стелсер в железной броне. Мне можно. Бум. У
Мне только не нравится, что это двуручка получилась, потому что с двуручкой нельзя защищаться щитом. А это неприятно. Это что за дыра? Странное место. Скорее всего, там подземный цирк с этими ублюдками. Ну да ладно. Оно до сих пор там ходит, кстати. Что ж. Почему бы и нет? Я вернулся с новыми силами. Так что отмудохаем эту ходячую скалу. Вот, кстати, посмотрите на эти потрясающие горы. Тот Говард не справился со своей задачей. Он не смог сделать такие же потрясающие горы, как это. Тихо. Так, мне надо наверх. Ты будешь меня атаковать? Наверное, нет. Так, подстава. Нет, не дает. А где даст? А, я знаю. Стой. Да блин. Да было же, ну. Давай! Ну да. Да в смысле? Ладно, фиг с тобой. Прям через тебя можно? Можно прям через него прыгать. Ха! Все, изи. О, янтарь со стрелой. А! Ты чё кидаешься? Мной. Все, минус. Горбатая гора. Ай. Стой! Слушай, а хорошая полка. Хорошая полка, мне нравится. Прикольно. Так, янтарь, кремень, что-то еще. Фрукты. Рога. Янтарь, стрелы, еще янтарь. Кайф. Такс, вот это вот сердешко. Не ломается. На что бы его такое? О! Сгодится. Хрень какая-то, конечно, на палке. Блять, леденец какой-то, ну ладно. Пофиг, пойдет. Лучше, чем одинокий меч. Правда, очень хрупкий. Но... какая разница? Детектор все еще молчит. Нехорошо это. Блять, отстань! Увязался за мной. Че за дуванчик? Ого. Что за нахрен? В смысле? Сраный синий черт. Свали. Да блять. Да и пошло оно к черту. Больно надо. Гребаный одуванчик. Ну и не надо, ну и пожалуйста. Подумаешь. Тоже мне. А, кстати. Странно. А синих ты чертей здесь тоже нет.
Дерьмо. Где я вообще? Вроде правильно иду. Когда-нибудь я дойду до этого места. И вот тогда... Ой. Вот это вот плохо. За мной увязались сраные руки. Бежим! Не поймаешь, не догонишь. Ха-ха. О, синюшник рядом. Только где? Чертяки спят. Ну-ка, давай-ка их стелси огреем. Бунк. Бунк. До меня, кажется, дошло, как это работает. Он детектит направление движения. Встаешь, вырубается. Охренеть. Он где-то там вот впереди. Вон там. Вон он, наверное. Белый, а рядом с ним синий. Как раз то, что мне нужно. И как раз таки они оба спят. Сейчас дождь. И можно их кокнуть без особых проблем. Я прям себя сейчас этим почувствую. Дроздовым, на секунду. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Чё, спите, да? Это ты зря проснулся. А ты не синий. Ты меня обманул, ты не синий. Ты красный. Гнида. Да блин. Ладно. Блять. Это ж надо так промахнуться было. Я затыкаю тебя. Ах ты, обманщик. Не подходи ко мне. У меня одна из самых длинных палок на свете вообще. Стань! Фу! Шел! Катись в свою воду, тварь! Плавать не умеешь? Зря. Надо учиться. Плавать полезно. У вас нет места в сумке. Да бля. Да бля. Да блять! Палка! Она уплывает. Нет! Сука! У меня разряжаются наушники. Зачем мне пумс жертв, блять, палка? Так. Хорошо. Боевой клеймор. Ха. Вот бы на боевой клеймор повесить то, что мне надо. Стреляет хорошо. Почему он проснулся? Рок синего. Это был синий. Он не красный, это был синий. А почему он сердце не дропнул, сука? И в округе больше их нет. Класс. Обожаю. Да ладно. Вот да. Это, оказывается, был синий, а не красный. Не, ну под дождиком он был какой-то коричневый вообще. Как будто его обосрал кто-то. Поэтому с меня взятки гладкие, как бы. Я вообще буду дубинкой махаться. Вон, у меня боинг-дубинка. Блять, что-то опять Dark Souls'ом запахло. Что за фигня? А-а-а. Тут на стике какая-то хрень налипла. Неудобно. Ну, сойдет.
Духу дубина ебасосины. Ну так. На, получай, дурацкий. О, фига. Черепок. А! Уйди, чуча. Блять, высралась из ниоткуда. Это что такое? Чисто батл. Пойдем разбираться. Это фэшн-полиция, вы одеты не по моде. О, кстати, стало нормально сразу. Сразу стало хорошо. Но это не тот. Я помогу. Ай, блять, а чё у меня-то сразу? Чё это было? Похоть, уф, я спасен. А ты чё, ты встрял, что ли? Ты не специально с ним дрался, что ли? Кто мне там чё пишет? Так, запрос на возврат средств одобрен. Мы возвращаем вам средства. Все. Спасибо. Вот. Вот так и надо поступать с говноиграми. А так и надо. Так, у нас есть 200 свободных рублей, которые можно потратить на какую-нибудь игрушку. Надо придумать на какую. Но этим мы займемся потом. Привет, ты уже путешествуешь, парень? Я Сатурей, странствующий шеф-повар. Соболезную. Меня интересуют необычные редкие продукты. Ради них я исследую пещеры в разных регионах Хайрула. Можешь готовить в моем казании, если хочешь. Нам, путникам, нужно помогать друг другу. Может, вчерашний от Павлика? Какой вчерашний от Павлика? Аниме Марио? Не, она мне не понравилась. Там слишком трешовое все сделано. Так что нет. Кстати, о помощи. Благодаря моим исследованиям у меня накопилась уйма полезной информации о пещерах. С радостью поделюсь. Ты знал, что они битком набиты ценными ингредиентами и рудой? Это сокровищницы Хайрула. Могу только посоветовать любому путнику тщательно обыскивать пещеры во всех регионах. Так, например, ты знал, что в пещерах можно встретить глыбы, состоящие из ценных пород? Ебать. Ты мне еще скажи, что еду можно есть, а туалетной бумагой можно подтираться. Не. Пусть Павлик ее сам покупает. Я на такое деньги тратить не собираюсь. Фух. Так, ну мы почти пришли в эти сраные горы. Потрясающее вышло приключение за гриндом, конечно, ведь. 10 приключений из 10. И так как мое мороженое уже подтаяло окончательно, судя по всему, его еще до хрена, я сейчас пойду смотреть аниме. Пойдем смотреть Фриран. Досматривать, так сказать. О! Так, надо тебе как-то подставку придумать тебе какую-нибудь. Так, подставка. А, я знаю. Тут все просто. Так, берем эту хрень. Чистое основание. А после фрирен второй заход. После фрирен, наверное, пойдем в эту. В потную душнину. Dark Souls. Ну, вроде стоит. Бля. А куда она падать будет? Сучья ты погонь. Куда она будет падать? Назад или вперед? Слышь, березда, отпусти. Блять, она упала куда-то не туда. Я уже смотрел. Ну, тебе остается только пособолезнуть, потому что. Так, ладно, она падает куда-то сюда. Ой. Все, теперь не упадет. Слышь, отпускай. Да ёбаная ты табличка, блять.
Ладно. Ладно, блядь, слезь ты с таблички. Говорили, блядь, черти. Черти. Поняли? Это с акцентом надо говорить. Черти. Черти. Так, как тебя тут правильно разместить-то? Так. Вряд ли влезет, но чем балка не шутит. Блять, да блять, да блять. Да ёбаный рот этого казино, блять. Все, теперь она точно, блять, никуда не упадет. Отпускай. Все, стоит как вкопанная. В смысле, блять, трагедия, Да ёбаный рот-то, блядь. Ладно. Ладно. Я пошел. Нахер ты мне сдался? Еще табличку тебе держать. Совсем обнаглели. Хотя он дает 20-ку. А деньги-то мне нужны. Блин. Ладно. Отдай. Так, надо что-то придумать. Ну, например, вот так. Но будет держать табло здесь. А эта хрень будет держать табло здесь. Надеюсь, назад оно не упадет. Отпускай. Да в смысле? Оно что, целую тонну весит, что ли? За что мне это все, сука? Ну вот так-то она не упадет, наверное. Давай, отпускай. Да блять. Хорошо. Ладно, ладно. Я случайно построил букву Z. Не спрашивайте. Да дай, блять. Похер сойдет. Не, ну, должна сработать. Отпускай. Сука. А, походьте. Есть план. Курить его я не буду. А что если мы... Ну, удушающий его возьмем сейчас. Так. Надо примерить. Так. Ну, должно подойти. Должно подойти. Какая-то. Дай! Да дай! Во. Да, блять! Держись давай.
Ради двадцатки. Ради двадцатки. Это все ради двадцатки. О, закрепилась. Слышь? Отпускай. Стоит как вкопанная, ёпта. Он стоит. Сколько заплатишь мне? Сколько дашь ты мне за это чудо техники? Вот, готово. Да ладно. Да-да. Двадцаточка. После такой работы ты, небось, проголодался. Морозные луговички сойдет. И еще споровик. Жалко, что не билет. Ну ладно. Билет был бы получше. Так. Раз уж мне дали такой функционал, как реконструктор. Пожалуй. Новая. А, ну, в смысле, о. Да. Exactly. А, кстати, а как это говно сохранить? Подтвердить? А, вот в избранное. Все. Надеюсь, сохранилось. Такс, мне куда-то вон туда. Да. Это что еще за нахрен? Нет, с тобой я драться не буду. Я вижу там чертей, но это не те черти, которые мне нужны. Шука. А как так? Мне еще нужно два, мне еще 5 сердец нужно. Слышь? А, ты местный ходок. Не, неинтересно. Неинтересно. Кто-то что-то мне решил написать на телефон? Дай-ка гляну. Так, платежи, оплаты, бла-бла-бла. Шкука. Орешек хоть съем. Я вижу деревянный сундук. Наверняка в нем стрела. Высоко в небесах. Чё там? О. Прикольно. Слышь, черт, дай лошадь. Добро пожаловать, зарегистрировать лошадь. Взять Зельду, конечно, вторую. Уже был на горячем источнике. Раньше из нашего колодца тоже бил горячий источник. Да был я в вашем колодце. Нет там нихера. Теперь. Поехали, красотка. Посмотрите, какая она грациозная и большая. Пусть это будет она. Как бы тут у лошади нет пола. Поэтому это будет она. Так, мне куда-то... Подождите. В пущу мне точно не надо. Мне надо в ущелье Элдинское. Значит, куда-то туда. Что, никакого детекта? Вообще? Ни одного, блядь? Серьезно? Пиздец. О!
Стоп, вернее, стоять. Он где-то наверху. Я, кажется, знаю, где он. Поехали. Поехали, моя красавица. Давай. Газу, газу. О, подожди. Их тут еще и двое, походу. У нас тут дружок-топордист. Маленько пострадал. Так, дай-ка попробуем реконструктор. Мне нужно вот это. Отлично. Удобная штука. Кстати. И так сойдет. Слышь? Я изо всех сил пытаюсь поставить тут начальника. Отпускай. Блять. Почему он упал вперед? Это же была идеальная конструкция. Почему он упал, сука, вперед? Дай, да блять. Так, нет, надо как-то. Они что, все разные, что ли? Так упасть не должен, наверное. Пускай. Стоит. Невероятно. Давай мне бабки. Деньги мне, деньги. Готово. Благодаря тебе я смог надежно закрепить щит. Так, двадцаточка. Плюс морозные луговички. И конюшенный купон, который я, собственно говоря, и ожидал. Первая победа есть, осталось еще две. Победил, да, молодец, молодец. А теперь подумай вот над чем. Ты победил в игре, в которой твоя победа ничего не значит. Что, хорошо? Хорошо тебе, да? Ладно, просто я мудак. Победил, да. Знаменитая победил, да. На нах. Минус две курицы. Привет, герутская тетка. Смотри, зашибу. Сейчас тебе Павлик про экзистенциализм расскажет, наверное. Ну или про свои ебучие спички. А, кстати, Павлик же хотел купить мне злого визина со скидкой. Ждем. 30-й день ждем, пока Павлик раздуплится. Так, ты какой-то не это, не синий. Ты почему не синий? Ты не тот. Ты не тот, кого я искал. Не надо. Бля! А как жить-то? У меня палка горит. Сука. У меня опять палка горит, блин. Дурацкий гоблин. Сука, не надо. Да, блядь, придурок. Был такой переводчик с японского. Переводил, да. Был забавный, маслину поймал. Наверное, не стоило в магазине кидаться банками. Куда пошел, блядь? Давай свое сердце. Рок. Да, блять, мне сердце нужно. Сука, он сердце не оставил, гнида. Ненавижу. Так. Ладно. Детектор мне говорит, что я могу хуй пососать здесь. Класс. 10 детекторов из 10. Хреново, блин. Чё, мне обратно бежать? Тель, да. Досяду. Поехали.
Ладно, будем надеяться, что где-то здесь есть еще. Но, судя по сканеру, никогошеньки тут нету. К сожалению. Да и ущелье мы уже покинули. Хотя, с другой стороны, эти синие ублюдки вроде как спавнятся где попало. Дурацкая курица. Догоню. Так, здесь их нету. Черт. Ну-ка, дай слезу. А вон там. И там нету. Капец. И как мне жить в этом несправедливом мире? А я знаю как. Я? Опа. Мне говорили, что этой гниде можно сбросить оружие какое-нибудь. Для очистки. А что мне надо очистить? О, попробуем вот это. Здорово, черт. Давай. Да я знаю, что это ты, вылезай из-под камня. Вот. Тебе меч. А я возьму кладенец свой обратно. Ты смотри на эту скотину. Вставай. Сука. Спрятался, блядь. И чё? А так? Нет? Ага. Попался. Ладно, видимо, когда я стою спиной, да? Он должен в меня плюнуть и засосать оружие. Чё он мне не плюется? Опять спрятался. Может, отойти надо подальше? О, засосал. Только его быстро убили. Форель. Ну, сокрушитель остался сокрушителем, как бы. Странно это все. Детектор снова ничего не показывает. Хреново. Это что такое? А, это местная ведьма. Она же фея. Какой странный камень. А-а-а. Что ж. Вполне ожидаемо. Блять, я еще и пригорел. А, да? Ну, знаешь, я, пожалуй, пойду. Кстати, у меня сканер с ума сходит. Кажется, я нашел того, кого надо. Вот эти черти спят. Сейчас мы аккуратненько приземлимся им на башку. Аккуратненько. Чпок. Бум. Рок. А остальное? И этот сердце не дропнул. Вы издеваетесь? Бля. Как так-то? Сука, он сердце не дропнул. О, это будет надолго. Пиздец, блин, даже со сканером это жопа полная. Ладно. К чёрту. Задел ногой.